Продолжаем говорить о хороших новостях. Футбольная Сибирь наконец одержала победу в чемпионате. На домашнем поле команда обыграла одного из лидеров турнирной таблицы – «Велес». Единственный точный удар в этом матче на счету Никиты Рожкова. Он завершил быструю контратаку Сибири и отправил мяч в ворота соперника на 57-й минуте. Тем самым подарил команде первые полноценные 3 очка в сезоне. После 7 туров новосибирцы в подвале турнирной таблицы, но время, чтобы сохранить прописку в группе золота, еще есть. Я благодарен ребятам, что они в короткий цикл наш там усвоили эти вещи и пытались это выполнить на поле, и большей частью получилось это. Конечно, там была зажатость какая-то, технический брак, но в целом мы установку выполнили, план на игру наш выполнили. И много моментов у нас было, могли больше забить, могли пропустить свои ворота, но в целом считаю, что мы заслужили сегодня эту победу. В итоге Сибирь – единственный клуб, который порадовал болельщиков на выходных.